Всем привет! Мы сегодня в Оленевке. Приехали, чтобы кататься на виндсерфинге. Ну, конкретно я буду кататься, потому что Эля мне подарила на день рождения сертификат на такую интересную вещь. Я каталась 3 года назад, 3 или 4, не помню. Сегодня буду вспоминать, как это, заново. Что-то новенькое, что я не узнала. Вот так это делается. И все просто получается. Так это для сохранности и для удобства. Он не растягивается. И быстро можно его надеть. Так. Вот мы пришли в школу виндсерфинга. Слайд. Тут очень атмосферно. Мне нравится, что все ярко и красочно. Я на чем буду катать? На этом. Отлично. Самое быстрое, тут самое вот новое. Мальчики какие накачанные все. Переднюю ногу с него здесь возле ширины. Сзади на ширине плеч. На оси доски. Вот. Вот так. Развернется доска. Все, теперь ногами переходи. Мне кажется, я ничего не поняла. Эй, ты сейчас быстро все схватишь. Красивый мне гибель? Прекрасный. Ты очень красивая в нем. Подкачанная. Покажи силу. Как она там называется? Эль, качай ножки. Отойди. Вот так, она старается изо всех сил, но у нее хорошо смотри, получается. Не надо стоять на ноги. Машу назад. Назад, веди. Назад. Видишь, она вот, впереди ногу. Короче, хочу сказать, что пробуйте всегда что-то новое и будьте к новому такими же открытыми, как Эля. Эль, согласна? Я не слышала, но я согласна. Вот, я об этом и говорю. Главное красиво упасть. Очень рада, что смогла подарить ей такие воспоминания, приятные эмоции на ее день рождения. И замечательно, когда люди всегда готовы пробовать новое и открыто к этому. И сюда возвращайся. Thank you.
Эй, один в море воин. Эй, и у вас время? И у вас время? Мя. Все. Когда нечего терять. Вау. Эль, ты как спасатель? Ты как спасатель? Да только начала говорить, ты как спасатель Малибу. Красивая. Активная, спортивная. Это такой кайф. Не знаю. Лучше всего, когда сильный ветер дует и тебя так фух. Блин, спасибо тебе за подарок. Спасибо Лисе за подарок. И спасибо инструктору Игорю, который быстро научил меня плыть. Всем спасибо. Всем спасибо. Хоть когда-нибудь мы будем не ночью раскладывать палатку? Никогда. Не, уже не этим летом. Последние денечки лета. Не только мы хотим оказаться в нашей палаточке. Ого! Боже! Вот это мы навели. Суету. Красоту. Прям на берегу моря. Мы сегодня без мангала. Чисто так. Лера, а где мангал с шашлыком? Как выглядит доброе утро? Миндальная посадка. Я вот хожу, миндаль собираю. Прям на полу готовый сухой сладкий миндаль. Это что, все мне? Это все тебе, для тебя. Молоденький. Давай забивай. Смотри, кстати, сейчас закат будет. Ну там наверху много. Давай. Я сказала, любой ценой достать любой миндаль. Кто я такая, чтобы послушаться лучшего друга? Я не могу достать. Эй, давай. Я не смогу. Ты что, зря в зал ходила? Давай, ой, давай. Ой, давно так было. Получается, да что... ты не кидай, ты просто я ударь. Что? Просто ударь ею. Не, я вот так не кидаю. Там же уже нет миндаля, вот наверх надо. Нет, а давай я кину. Ну давай. Машина, главное, далеко. Давай, кидай. Давай, кидай. Сейчас машина пройдет. Что ты опять делаешь? Да ладно. Коряку нашли. Эй, я не хочу.
хочу, чтобы меня сбила машина, поэтому шевелись. Эй, знаешь, типа, вот эти вот, которые копьем. У тебя копье кривое. Эй, ну что-то получше уже. Ну это мои. Подожди, вот. Это мое. Это мое. Не подходи. Эй, еще раз. Давай еще раз. Вот оно, богатство. Миндаль крымский, 300 рублей. Стаканчик. Эй, да бревном лучше было. Опа! У-у-у. Давай еще раз. Эй, Илья, достаточно женственно выглядит. Сама женственность. Давай. Прям сама или с кем-то? Кидай. Давай, давай, давай. Не, ну что-то попадало. Разбег возьми. О! Ничего не упало! Да знаешь, я поняла, в чем ошибка. Надо тяжелой стороной вперед, чтобы она за собой тащила легкую. Давай. Боже, где мой пьяник раньше был? Это явно помогло ей. Короче, надо сломать эту палку. Вот так настоящие женщины делают. Вижу цель, не вижу препятствий. Нет, знаешь, могу. Надо намного частей сломать, чтобы сразу все их скинуть. Подожди, подожди. Сейчас все будет. Ты сможешь. О! Лучшее. Эль, как думаешь, мы бы выжили в необитаемой среде? У меня ощущение, что 50 на 50. Я последний раз кидаю. Давай, до машины. О!